Ну, потому что, ну, как-то стрёмно стоять около. Б. А, ну, ладно. Ой, еще ждать эти лифты 100 лет. Это 6, 1, 3 лифта на 51 этаж. Сколько 53. тут? 53 лифта. Вообще очень мало. Л. Лаби. Прям ко мне в телефон посмотрел, что это тут делаю. А я снимаю, как бы. Вот заметь, вроде как, видно же камеры, а камер в нем нету. Да. Но при этом всего три лифта. И то этажей. Не прям такие сильно интересные, еще медленные очень. Ну я же говорю, типа здесь что-то сам дом типа красивый. Ну он от застройщика ЖК беговой, как понимаю. Тут на 50 этаже этот пентхаус на 3 этажа. Ой, прям элитно. Она везде такая. В беговом такая же. Собственно, говорю, вот. От того же застройщика дома, как понимаю. И чё, и везде. Да, реально. Нет. Ну, я думаю, точно есть вид всё-таки. Ну да. Нифига себе, тут потолки, смотри. Всё-таки лифт не очень-то и медленный. Просто эти потолки, смотрите, огромные. Вообще, реально очень высокие. О, еще один лифт. Ой. У нас сейчас охранник точно спалит так. Ой. Прикольно. Секретное помещение. И мы еще перед камерами спалились. Ну да ладно. Да не. Я знаю, да, что нет камеры. Открыто. А там есть камера? Вроде нет. Ну тут вида нет нифига. Тут ничего не видно. Сейчас тем более это... Туман. Наверное, да. Туман сейчас тем более. Сейчас еще проверим. Так, ну все. Вид мы что-то немножечко не снимем. Это лифт. Есть. Нету лестницы, все. Размечтался. В коромысле. А на беговом вот есть вид. Хотя это ЖК, казалось бы, такой же. Ну, того же застройщика. Так оранжевая стрелочка? Ну, конечно, чувствуется элитно. Не, ну, конечно, суд, если куда-то люди просравняться. Ну, конечно. Мне кажется, знаешь, это камера, скорее всего, не камера, а камера, скорее всего, жильцы. На ферме, кстати, да. На первом этаже были такие деревенники, такие, типа, знаешь, кружки. Ну, хорошо, ладно, господи. Можешь, короче, сдержать свой словесный понос. Конечно. Короче, поехали на пятый, потом еще прокатимся еще с ним. Ну, блин, я еще хочу с ней, потому что неудачно получилось. Ой, ну хорошо. Ну, мы же проехали только пару этажей, вот сейчас надо еще снять все-таки. Пару этажей снять с чего-то 50-го? Пожалуйста, останавливай видео, то ты тут выскажись, потом ротик, пожалуйста, на замочек. Боже, Ярик, вот ты такой замолодок.
Ты пятый вообще. Шестой. Ну да, не перелистнул с тобой все-таки. Еще потому что еще один лифт. Начинает он прокатиться, давай. Угу. Как-то больше прохода, смотри, прикольно. Переход в другой корпус. О, отлично, да. Да, давай сходим. Круто. Переход в другой корпус. Очень круто. Вообще отлично. А, прикол. Видишь, как мы... Как мы удачно вышли. Стой. Так это не пятый этаж, нифига, это есть примерно десятый, потому что там еще вообще-то этот... А наверх посмотри. Потому что там еще вообще-то этот, ну, Б, Л лобби, Б еще. Б это уже подземный. А, ну да, кстати, точно. Ну все, почему другой корпус. Все прикольно. Тут камера. Вообще скорее, камера. Красиво выглядит. Да нет, ну пошли сюда уже, господи. Блин. Вот этот корпус вроде немножко пониже. Наверное, да. Все равно интересно. Прикольная ЖКшечка. И линенькие домики для тех, кто возомнил себя богатыми. Прям, знаешь. Да вообще. Опа. Прикольно. Смотри, какие там окошечки большие. О, смотри, тут вот здесь тоже 4 лифта. Да. Здесь кнопки уже другие. Пошли скорее, ну все, лифт приехал. Вау. Так все стильненько. Да иди ты уже, господи. А, ну, лол. Ну, тут все равно 4 лифта, а там было 3. Что? Как ты? Что он дергается? Как, слушай, как-то неравномерно вообще. Да, кстати, если ты не знал, вот это скорость лифта. 10,5. Какой 10,5? Это вообще-то в метрах в минуту. 105 метров в минуту, это чуть меньше, чем 2 метра в секунду. То есть 1,6 получается. Странная тема. Ну, метры в минуту, это азиатская мера. P1. Чего? Вообще странно. Тут, тем более вверх некуда ехать. Да, давай еще прокатимся там на 51 и все. Вау, смотри, как прикольно. Так все широко прям. Конечно. А вот он прям до 12 этажа переход. Слушай, а тут же выше здание идет. Стой, подожди, я что-то не понял. Да вроде нет, там в основной корпус идет дальше. Чего здесь только 12 этажей, это здесь же... Да, ой, лифт приехал наш. Совсем прям другой, да? Там есть выше, ну пошли, ладно, не буду этот лифт уже снимать. Да. У меня уже 11 минут видео идет. А, вот и лифт, собственно, побольше. Ага. Ну тут даже и поменьше, ну и ладно. Зеркало. Всем привет, это я, БКЛ Elevators.
Хотя да, дом уже не самый новый. Но все равно, блин, классно. Ну, может быть, да, если Литва 2007-го. Не вообще. А выглядит как современный, потому что я, собственно, это же Шигма. Я говорю Шигма. Лифт Шигма. Шигма. Ну, Сигма это правда элитный лифт, потому что по сравнению там с всякими Шиллерами, там, Отисами, тем более, не упаси боже, Сигма намного лучше. Да. Как легко попасть в такие элитные ЖК, знаешь? Конечно. Там вот и есть. Сигмушка пищит, как в американских лифтах, знаешь, что тут реверс. Так же пищит. А, там другой, кстати, к нему приехал. Да. Очень странно, да, что на 50 этажей 2,5 метра в секунду? Нет, там тоже вроде 3 было. Да? Но здесь конечно. Цифры быстрее меняются как-то. Может, здесь этажи меньше. Да, ну... Высота потолков-то, скорее всего, такая же. Видишь, цифры быстрее меняются. Не, я говорю, может быть, здесь как раз-таки потолки, возможно, ниже. Да нет. Не знаю. Но все равно лифты медленные, блин. Капец. Отойди. Вот какой. Господи. Навалили. А, блин, надо хотя бы не на последний этаж подниматься, гений. Ничего себе. Вроде паспорт, но все равно очень красиво. Вау, тут красота реально. Вообще прикол. Вон там. Ой, река вроде, Москва река, я не знаю, что это, какое-то озеро. Круто. Почему здесь только два лифта? Почему не три? Там же было три лифта. Странно. Вообще, блин, ты понимаешь, 22, ой, фу, блин, два лифта на 33 этажа. Это вообще жесть, скажи. Ты же понимаешь, это очень мало. Да, помню. Ты не переводи тему, я говорю, что... Что? Видно кондиционеры. То место, где мы были, видишь, тут да, прозрачно. Да. А почему ты сказал, что вида нет? Может, не есть? Ну, может, просто да. Да. Все, спускаемся снова на пятый. 12-й. 12-й, да. Ой, он позапал. Ё-моё, что трясётся? Да, блин, что-то сигмушки уже через 15 лет разваливаются. Ой, все. Как щелзы. Реально такой звук, такой. Да. А, отстрел. И, знаешь, переключил передачу, чихнул. Красненькая лампочка. Смотри, какая. Угу. Давай еще раз пройдемся на какой-нибудь 48 этаж. И попробуем там посмотреть. Да. Потому что, ну, ты просто... Нет, давай лучше опять на... Нет, там... Ну, давай... Нет, там камера. Давай лучше на 48-ю, реально. Хорошо, а вдруг там закрыто это место? Ничего страшного, значит, ладно, останемся давай. Без вида. Ну нет, нельзя так. Все-таки, ну ладно. 12-й этаж. Элитный ЖК. Прям такой элитный. Что такое? Но все равно здесь не догонит уже никто. Не то, что не догонит, мы же выходить будем через основной корпус, а не через него. Ну да. Так что мы сейчас обратно идем в этот корпус. Да, в основном нас никто уже не спалит. Да, вот именно. Наверное. Зря. Прикинь, здесь жить.
Ну, вот прям в таком проходе, знаешь, это выглядит как вот в Англии обычно такие, в Англии вот делают такие проходы обычно вот, вот а среди знаешь, окон. Этот Мариот Маркус почему-то. А, этот Мариот, да, только Атриума не хватает с лифтами. Да, блин, прикинь, вот здесь делать лифт на 51 этаж, вот так круто. Это было бы просто невероятно, но здесь такого нет, к сожалению. Так, ну. Ой, да, камера есть. Жалко. Как долго идти? Да вот лифт, ты чё? Стой, 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 постой, ну постой. Давай на это пройдемся, чё? Да. Чё, про... Тихо. Давай на это пройдемся. Что типа грузовой? Вот прям здесь. Надеюсь, что ли? Грузовая сидушка. Ого. Рынок американский лифт. 48. Классно. Специальные перевозки всяких там грузов. Тоже так, какая лифт? Скорость? В Марик Маркусе. А, он очень медленный. Это 1,6. Стоп, смотри. 105, 1,6. Слышь, на корпусе А в связи с планом техобслуживания грузовой лифт работать не будет 30 марта, а сегодня 26. Его скоро выключат на техобслуживание. Ой-ой-ой. Он очень медленный. А зачем грузовому? Это мы сейчас столько будем ехать, вообще жесть. А мне кажется, он так же едет. Нет, быстрее. А ой, что? Помедленнее. Смотри, размер кабины А, корпус А, и есть вот B1 и B2. То есть корпус B1 это, скорее всего, который 10, а B2 это который 12. Возможно. Нет, какой он медленный. Нет. Он тоже мне напоминает один из лифтов Мариот Маркус. Едет просто очень медленно, офигеть. Блин, какой-то волосы выстрел. Скорее всего, охранник даже вот кто-то будет, типа обычно, когда... Ну хорошо, ладно, ну помолчи, пожалуйста. Ну ты сам болтаешь, блин, но... а мне говоришь помолчи. Ладно, все. Вообще уже офигеть. Я вообще-то молчу. Нет, ты больше меня болтаешь. Ты сам рассуждал, какой же он медленный, о-о-о. Ладно, все, Илья, потом. Боже, какой ты кринж. На тебя посмотри. Вот что ты так ходишь, ты не мешаешь. Ты мне мешаешь. Ты свали оттуда. Я снимаю. Господи. Ей, как же противно всё-таки снимать. Бу-бу-бу. Да, ты просто лезешь всё время куда-то. А 44-й? Чего? В смысле 44-й? Странно. Чуть-чуть 12 этажей, что ли, сбито? Лифт телепортируется. Да неважно, тут же камеры заодно нет. О, слушай, смотри, есть вот этот проходик. Смотри. Не. Смотри, лифт. Это реально лифт. А как он здесь появился? И там же на его месте. А, я понял, на его месте. Вот этот вот проходик на лестницу. Смотри, открыто. Пошли-ка. Видочек снимем. Офигеть. Нету. Все, свободно, да. Вау. Тут сеточка, тут. Я же тебе говорю, поэтому да. Было. Ну мы все равно в тумане, тут ничего почти не видно. Ну да. И тем более тут рук не высунешь, потому что сеточка очень такая, да, большая. Это низкий корпус, который 33 этажа. Блин, прикольно вообще. Это просто ты подумал, что нет видов, потому что мы в тумане. Знаешь, как в играх локации, когда типа закрывают их от этого, а ты от игрока просто туман туда пускаешь, чтобы типа, ну, да. Там что-то есть. А там ничего нет. Да, там ничего нет. Вот он, вообще ничего не видно, почти практически. Какое-то озеро, что ли? Ну какое-то там, да, озеро есть, я заметил. Ну вот что-то такое, вот лестница. А, ну да. Ой, тут... А, лестница закрыта. Так это же нельзя лестницу закрывать, что за бред? Вот так вот, можно. Лестницу. Ну да, лестницу вообще нельзя запирать. Скорее всего, нас штрафуют за то, что мы тут по ЖК бегаем. Все, поехали уже вниз, наконец-то отсюда нафиг. А то что-то мы тут уже засиделись. Жалко, этот лист не снимем. А, так это 48 этаж. А, ну да. Что-то тут. Что-то немножечко ошиблись. Вот, видишь, уже 20 неправильно. Да. Ну,
блин, строит, нифига не умеет. Сейчас увидите, она вообще 42-й, блин, это было. Угу. Трэш. Мы с ними тут два из трех лифтов, ну и не важно. Знаешь, вот интересно, что сразу же забирается, как приедет. Ну, конечно, так делают специально, чтобы типа, ты знал, как приедет. Так это пластиковая штука, это не стекло. Нет, стекло, по-моему. Да? Да. Ну, суки лифта не так долго ждать, ладно. Хоть тут всего три штуки, но нормально в целом. А, вот, все-таки тут 3 метра в секунду, видишь? 240, то же самое, да. 3 метра в секунду здесь. Все-таки это был 48 этаж. Да. Фу, все, поехали. Фу, главное, что сейчас охранник не попался. Да. Ну, что тут по этой... You have entered the restricted area. Please, заплатите штраф. Что это сейчас будет? Всё, хватит. Ну, очень медленно. Все-таки реально медленно. У него цифры так же переключаются, как у этого, как у 1.6 или как, какой там, у которого 105 нет, метров. Нет, ну ты что? Быстрее. Ты на видео потом посмотришь, ты увидишь. Сам посмотришь, вижу, что быстрее. Я уже смотрю и вижу, что медленнее. Ладно, все, пофиг уже. Странно. Но здесь более темные, чем эти. Все, короче, давай. Сразу выходим, не будем снимать, как он закрывается. Или будем? Господи, Илья, можешь помолчать немножко? Ну, надо просто понять, ты будешь тут останавливаться, снимать, как он закрывается? Ну, так, сзади сниму, типа, скрытно. А я сразу же пойду. Мне немножко уши закладывает, дожат. Хотя, казалось бы, блин, лифт медленный. 0,2. Мы просто спускаемся много довольно. 0,2, кстати, на 0,2 или 0,1 нельзя. Ну да, приехать. Это и парковка. Б... И на Б нельзя. Наверное, парковка какая-то или не парковка, не знаю. Все. Ну или домик, конечно. Окошки. В общем, все, вроде сняли. Удачно.